Я говорю благодарю, Александр Геннадьевич Хакимов, вам за ту заботу, за искренность, за наставление, за знания, за свет, за то, что вы меня познакомили с моей же собственной душой. Знаете, когда я получила от вас подарок, это были четки, я, прикоснувшись к ним, ощутила такую огромнейшую любовь ко всем живым существам, чистоту, свет, все прощения. Я таких чувств никогда не испытывала. Это был ваш подарок, это были четки, которые вы держали в своих руках. И вот они напитались именно той энергией, которая была в вас. Я до сих пор беру эти четки в руки, и у меня вот эти ощущения просыпаются. Я вам так благодарна за то, что у меня есть вы, что Господь, что Бог даровал мне встречу с вами. Потому что моя жизнь до встречи с вами, это был кромешный ад. Это было что-то невероятное. Ну, наверное, это было, как и у многих. Но с появлением вас в моей жизни, моя жизнь превратилась в свет, в счастье, в радость. И если возникают какие-то проблемы, я все ответы нахожу в ваших лекциях. Ваши наставления, они вот везде вносят именно благостное разрешение проблем. Я вам очень благодарна. Мне хочется, чтобы вы как можно большим людям дали эту возможность обрести себя, понять, что мы душа. В первую очередь, спасибо вам огромное. Я вас благодарю. Благодарю. И миллион слов этого будет мало.